Город Воронеж. Точно адрес? Город Воронеж. Где вы проживали? В Воронеже. В Воронеже? Да. Улица Клиническая, это, значит, до 65-го года, значит, дом 3, квартира, дом 58, квартира 3. Как давно в Москве? До года с 81-го. Место жительства в Москве? Пушкин, микрорайон Серебрянка, дом 27, квартира 21. Ваш род деятельности? В смысле? Без смысла, прямой вопрос. Деятельности. Чем занимаешься? Периодически работал, периодически в тюрьме сидел. Род деятельности, сама деятельность. Как кормите? За счет чего? Материальные средства. За счет труда. Какого характера труда? Умственного. Умственного? Да. Где идет реализация умственного ума? В какой области? Да по-разному. Просто. Приведите пример. Такой пример. Самый простой, удобный для вас. Ну, значит, секрет бизнеса. Еще знаете. То есть вы занимаетесь бизнесом, я правильно вас понял? По-разному. Принадлежность к криминальному миру, есть ли какой-либо статус в рамках? Да, это что, провокационный вопрос задаете? Повторить вопрос? Ничего, зачем повторять? Ну, тогда отвечайте. Есть статус. Озвучите его. Как? Озвучите его. Да, можно. Вы вор? Да. Как давно, где короновали? Да ну что, он глупости говорит, просто давит. Давно. Всю жизнь. Вы с самого рождения вор, да? Мне кажется, что глупости говорите вы. Ну, считаете, что глупости, значит, глупости говорил. Были ли ранее судимы? Да, на судимости погашены. Статья? Да разные. 147, 144, 146. Какие года привлекались к уголовной ответственности? 66-й, 67-й, 70-й, 75-й, последний раз, 99-й. Подкидывали патроны наркотиков, отпал наркотиков, а патроны остались. Как стоит Хатабыч стреляли. А как вас называют в криминальных кругах и под каким именем вас знают? Я думаю, вопрос не глупый. Не можно глупый. Ответить, да. Блондин. Угу. Вас устраивает? Лишь бы вас устраивало, и вам в жизни было комфортабельно. Да комфортабельно вам, а не мне. Если за комфортабельно говорить.